Не устраивайте паники, Илья Казимирович. За 5 минут до переговоров. Разрешите? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Все же согласовано. Минимальная цена, предел уступа. Мы же полгода готовились. Вам просили передать, что переговоры будет проводить президент концерна. Кларк. Да, господин Кларк. Спасибо. Пожалуйста. Ну, начнем. Господин Кларк. Мистер Иванов? Да. Is that you, Mr. Ivanov? Yes. Maybe it's possible to ask for another Russian to conduct the negotiations. Господин Кларк просит информировать его. Может ли он просить о другом руководителе переговоров с русской стороны? Не понял. Он просит о замене руководителя. What's the matter? Можете. It's possible. Здравствуйте. 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 Здрасте. Дайте мне сводку на сегодня. Пожалуйста. Когда улетаете в Африку? В Африку. Слушай, не действуй мне на нервы своей радостной физиономией. А чего мне радоваться? Знаете, как без вас мне будет трудно. Ладно, не ври, не ври. Плох тот работник, который не хочет занять место своего начальника. Опять недогруз. Виктор Алексеевич, подготовьте мне сведения об импортерах наших товаров в Африке. За какой период? За этот год. А к какому времени? Сегодня к вечеру. Хорошо. Спасибо. Доверенность на машину. Не забыла? Ну ладно. Чего привезти? Самого себе. Ага. Неплох весь какой подарочек. Позвони завтра. Не жди отлета. Понимаешь, люди путаются в работе, в политике, в международной торговле. Ну, давай хоть в личных делах. Попробуем жить проще. Живи легче. Take it easy. Ну, хотя бы так. Поехал. Игорь, что случилось? Дрянь дело. Продаем насосы по цене коробки спичек. Ну уж. Да. Понимаешь, нам не за что зацепиться. Кларк делает вид, что покупает насосы из милости. Только потому, что наши страны налаживают серьезную торговлю. Хитрит, конечно. Дело в чем-то еще. Ну, а по его цене вы разве не можете подписать контракт? Нет, я пойду и доложу, что такой бизнес делать нельзя. Ну и распишешься в собственном бессилии. Толкунов был неплох в переговорах. Кое-чего добился, но все это не слишком выгодно. А в чем загвоздка? Трудно сказать. Бурильные станки Клара готова брать по любым ценам. А с насосами твоими дело неясное. Все идет протокол разногласий. Ладно, разберемся. Смотри. Здрасте. 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 Толкунов, ты что? Подожди. Я тороплюсь очень. Подойди на минуточку. Опаздываю очень. Оля, прости, пожалуйста. Да, приготовь обязательно мне к вечеру костюм. Зачем? Ну, это… Понятно.